Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы рассмотрим такой расклад, называется «Жизненный поворот», где первые две карты нам расскажут то, что происходит в вашей жизни в настоящее время. Так, у нас выпадает пятерка мечей и 21 аркан. Вы победили всех своих конкурентов, всех своих соперников, да? И добились все о том, мечтали, у вас произошло обновление, как бы, да, вы сейчас на новом уровне, и вы получаете те дивиденды, которые хотели получать. То, что произойдет в ближайшее время. У нас здесь выпал 11 аркан, рыцарь пентаклей и паж пентаклей. Вы взвешиваете все за и против, связанные с зарабатыванием денег. То есть вы зарабатываете деньги, скажем так, с разных источников, они к вам идут, и большие, и маленькие, да, вы ни от чего не отказываетесь, вы считаете, что яйца нельзя копить в одной копилке. Так, смотрим, уточняет время приближающихся событий, социальный фон, эта карта, да. Время... Как бы у нас здесь вообще время прошлое, потому что королева кубков по воде – это прошлое время, да, то есть приближающиеся события, социальный фон уже произошли, судя по этой карте у нас. Так, предназначение – то, чего невозможно избежать, смотрим. Ну, предназначение – быть жестким, отсекать все, что не нужно, да, быть категоричным. Может быть, где-то быть человеком хаосом, который непонятно, что от вас ожидать. Но это, наверное, в бизнесе достаточно хорошее качество, которое пригодится для того, чтобы вас вообще не поняли конкуренты, вообще куда вас понесет и в какую сторону. Окончательный результат происшедших перемен. Смотрим. У нас выпадает 8 аркан, 6 жезлов и 8 пентаклей. То есть вы всех подогнули под себя, вы хозяин положения или хозяйка положения, да, вы знаете все, что нужно вашим партнерам, клиентам, там, близким, то есть вы все взяли в свои руки, вы сейчас на триумфе строите карьеру, пожинаете все лавры, да, и вы еще такой трудоголик, который не останавливается на достигнутом, работает и работает с утра до ночи. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.